В России завершились выборы президента. По итогам трехдневного голосования действующий глава государства Владимир Путин переизбран на 6-летний срок. По данным Центральной избирательной комиссии, его кандидатуру поддержали более 87% граждан. Напомню, Владимир Путин баллотировался в порядке самовыдвижения и при поддержке двух парламентских партий – «Единой России» и «Справедливой России». Второе место в президентских выборах занял представитель КПРФ Николай Харитонов. Третья строчка в итоговом зачете у вице-спикера Госдумы Владислава Дованкова. Замыкает четверку лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Что касается активности избирателей, она стала рекордной за всю историю выборов президента России. По информации ЦИК, явка превысила 77%.